Ноутбук – незаменимая вещь для современного делового человека, но рано или поздно портативное устройство просто приходит в негодность. Для того, чтобы ваш ноутбук прослужил вам долго и не потерял свой вид, следует знать несколько советов, как правильно ухаживать за ним. Очень важно соблюдать температурный режим, то есть ноутбук запрещается держать на коленях или на одеялах. Ваша задача – открыть доступ к вентиляционным отверстиям. Для этого подойдут специальные подставки. Если такого не имеется, старайтесь держать его на твердой поверхности. Кстати, ноутбук боится холода, поэтому, придя с улицы, не включайте его сразу, а дайте немного времени отогреться, как минимум 40 минут. Старайтесь не есть, сидя за ноутбуком. Чай, соки или любая другая жидкость отлично впитывается в клавиатуру. То же самое относится и к крошкам. Таким образом, ваша клавиатура будет похожа на скатерть-самобранку. Чтобы ее очистить, для начала необходимо отключить компьютер, взять его и повернуть на 180 градусов, то есть экрана вниз. Крепко держа, сделайте несколько резких потряхиваний. От мусора, который остался в глубинах ноутбука, можно избавиться очень просто. Вооружившись феном или кисточкой, утилизируйте его остатки. Впрочем, если же есть липкие загрязнения от чая или кофе, то обязательно протрите их влажной салфеткой, а затем все насухо оботрите. Теперь стоит позаботиться об экране ноутбука. Это еще один накопитель пыли и хранитель отпечатков пальцев. Воспользуйтесь мягкой влажной тряпкой со специальным средством. Однако такой раствор можно делать и в домашних условиях. Для этого нам понадобится уксус и дистиллированная вода. Одинаковое количество мешаем. После этого легким движением руки просто протираем пыль с экрана. Если вы будете бережно обращаться с вашим ноутбуком, он будет служить вам верой и правдой много лет. Подарите вашему электронному помощнику счастливую и долгую жизнь.